православних та греко-католиків починається піст. Різдвяний піст або Пилипівка триватиме від 28 листопада до 6 січня. Це останній багатоденний піст року, який триває 40 днів. У церкві кажуть, що Різдвяний піст – це час для добрих справ та турботи про ближнього. Православні церковні традиції существують 4 многодневних поста. Рождественский пост, Великий пост, Петров пост и Успенский пост. Рождественский пост именуется еще Филипповым, потому что начинается в день памяти этого угодника Божьего. В народе называется Пилипів пост, Пилипівка. Перед кожним великим святом православна церква радить належно підготувати свої душі і тіла для того, аби те свято, до якого людина наближається, дійсно принесло радість. Упродовж Різдвяного посту ми готуємося до зустрічі свята Різдва Господнього нашого Ісуса Христа. Приклад посту дає нам сам Господь. Примір поста для нас, православних християн, подает сам Господь наш Иисус Христос, который перед выходом на евангельскую проповедь 40 дней постился. Пост является средством для обуздания плоти, которая часто, по словам апостола Павла, воюет на дух. И святые апостолы, и потом святые угодники Божии, их последователи очень часто и много прибегали к практике поста. Уже далее эта практика, она оформилась церковными правилами в те самые многодневные посты, которые сейчас мы уже имеем в течение года. Мета Різдвяного посту – гідно підготуватися до зустрічі Христа Спасителя, який прийшов у світ заради нашого спасіння. Колись це був час не тільки підготовки до Різдва, але й часом навчання для тих, хто бажав прийняти хрещення і стати християнином. Пост є приготовлением перед великим праздником Рождества Христова. В это время плотские чувства человека, они угашаются, умаляются. Душа обретает силу и крепость для того, чтобы возвысить свой ум к богопознанию, к молитве, к покаянию. Это очень необходимо, воздержание в пище. Но бывают случаи, когда человек по состоянию здоровья или по состоянию своей занятости не в силах строго по уставу придерживаться поста. В этом случае, конечно, обязательно общение с духовником, который бы мог откорректировать, как человеку правильно и полезно для души было бы попаститься в течение рождественского поста, ну и всех остальных многодневных постов. Піст християнина повинен приносити користь не тільки для нашого тіла, але й для нашої душі. Головну увагу кожна людина, котра намагається правильно постити, повинна приділяти своїй душі. Перед початком посту варто проаналізувати своє життя. Православной церковной практике пост – это, конечно же, не диета. Диета подразумевает воздержание просто в пище. Пост, когда у человека существует духовное делание, молитва, покаяние, евангельские заповеди, исполнение. Конечно же, во время поста и перед тем, как войти в сам пост, православный христианин рассуждает свою совесть, вспоминает, с кем ему нужно примириться, вспоминает о каких-то, может быть, своих грехах перед Богом, которых бы ему необходимо было покаяться перед тем, как войти в светлое Христово празднование Рождества Христова. Конечно же, когда у человека существует и молитва, и покаяние, и исполнение евангельских заповедей, то без сомнения человек постится, и его душа приближается к Богу. Если человек заостряет внимание только на пище, и таких людей сейчас много, модно стало поститься. Друг перед другом люди даже хвалятся. Я постился. Хотя на самом деле человек воздерживался только в пище и даже иногда храм не посещал. Поэтому, конечно же,
принадлежность к посту православного христианина определяет его жизнь во Христе, когда он в этом посту может для ближнего сделать больше, чем для самого себя. Когда праздник Рождества Христова – это не день календаря для человека, а светлая Христова радость, соединение его души с Богом. Є ряд обставин, які дозволяють людині послаблювати свій піст. Хвороба, важка фізична праця, похилий вік, перебування в дорозі. В таких випадках суворість посту може бути послаблена, але для цього необхідно звернутися за благословенням до священника, разом з яким визначити міру послаблення посту. Православна традиція поста – обращаем мы внимание и на постящихся детей, беременных. Конечно же, вся строгость поста не может быть применима к ним. Конечно, индивидуально это оговаривается священником, духовником, туда, где человек считает для себя нужным и полезным прийти, помолиться, попоститься, покаяться в своих согрешениях. Бояться этого не нужно. Пост – это не умерщвление плоти, это умерщвление страстей. И поэтому, если вдруг даже человек занемог во время поста, его посетила какая-то болезнь, и он вкушать начинает скоромную пищу, то пост для него не прекращается, потому что болезнь, она все это балансирует, она забирает те ненужные силы, ту ненужную энергию, которая могла бы человеком обращена быть на страсти, на какие-то греховные движения. Беременной девушке или женщине обязательно нужно вскормление плода. Маленькому ребенку нужно развиваться и расти. Все это, конечно, адекватно понимается, но индивидуально, когда человек уже начинает идти этим путем, конечно же, с духовником, священником православным это оговаривается лично. Подивіться навколо, поцікавтеся, як живуть ваші близькі, можливо, хтось потребує вашої допомоги. І тут церква може дати нам всім пораду. Якщо ви подаруєте своєму ближньому свою любов, увагу, турботу, це буде найкраще, що ви можете зробити тій людині, яка вам дорога. Зверніть увагу на те, як живуть самотні люди. Можливо, вони потребують причастя, сповіді перед Різдвом. Якщо вони самі не можуть прийти до храму, то скажіть про це священнику. Конечно, приобретенные добродетели во время поста, рождественского поста, великого поста, когда человек уже помолился, когда человек покаялся в своих согрешениях, когда он ощутил живое присутствие Божье в своей душе, это все остаться должно и далее. Ни в коем случае не нужно думать о том, что пост, молитва и покаяние, добрые дела – это только на период какого-то определенного поста. Во время поста мы набираемся опыта, мы набираемся крепости к духовному деланию, и оно обязательно должно оставаться с нами и за пределами временного пространства того или иного поста. А соответственно, милостыня, любовь к ближнему, оно обязательно должно распространяться из нашего сердца на нуждающихся, на немощных людей, которые, может быть, сами не имеют возможности посетить храм Божий. Если мы об этом узнали, как-то поучаствовать в этом деле. Если человек после поста согрешил в чем-то, то, конечно, не менее искренне и истово ему нужно покаяться в своем согрешении, прибегнуть к помощи таинства исповеди, покаяния и примириться с Господом. То есть то сокровище, которое духовный человек собрал во время длительного поста, его необходимо сохранить. Пост и молитва – это не только для какого-то определенного времени. Словом, ми бачимо, що піст – це важка і копітка робота над собою. Потрібно докласти багато зусиль. Але головне, що треба зробити людині – це помітити, що є у нас якісь недоліки, негаразди в нашому духовному житті, котрі потрібно викорінити. І піст – якраз той період, коли це зробити буде легше. Починаючому вперше поститься, звісно, есть такая
Есть такое поверье, что достаточно поститься первую и последнюю неделю, а все остальное время можно жить как обычно. Когда человек впервые приступает к посту, то нужно сосредоточиться обязательно на духовной стороне поста. Если человеку трудно пропаститься по уставу весь пост, то можно первую неделю попаститься от души, а далее немножко послабить себе. И когда человек совершает первые шаги, от него не может требоваться то, что уже свойственно совершенным. Церковный устав о посте взят из монашеской жизни. А люди, которые начинают только свой путь воцерковления, конечно же, с первого шага не способны понести уже монашеского труда. Поэтому спокойно, без уныния, православный христианин, даже здоровый человек, не всегда может понести сразу, впервые в своей жизни, начав поститься, всю строгость по уставу поста. Поэтому ничего страшного нет, если человек даже не то, что там первую неделю, первый день, первые два дня, первые три дня, настолько, насколько у него хватает возможности, попостился бы, а остальное время уже настолько, насколько это возможно, относился бы к посту по уставу. Господь от человека из-за этого не отвернется. Якщо є можливість, то бажано було б протягом посту щодня бувати у храмі хоча б на короткий час для того, щоб помолитися і попросити у Бога допомоги у проходженні цього духовного і тілесного подвигу. Проходя дні поста, коли чоловік уже вооружився на це, ті мислі духовні, які посещають його серце, вони, звісно, його з'єднують з вічністю. Он начинает понимать, что он временный на этой земле. И, конечно же, дорожить каждой минутой, каждой секундой для того, чтобы приблизиться к Богу, для того, чтобы спасение своей души более и более усовершить. Ведь мы не знаем, когда Господь каждого из нас призовет к ответу, когда это будет. И поэтому в Евангелии Господь множествами притч сообщил нам о том, что неведомо, когда это будет. Это притча о виноградаре, это притча о господине, который дал каждому из своих рабов таланты. Но когда он придет и когда он спросит человека, этого никто не знает. Верит человек или не верит, всякий человек, сотворенный Богом, предстанет перед Творцом во время частного суда, когда смертью душа разлучается от тела, и мы предстаем на суд пред Богом. Сознавая все эти истины христианского исповедания, постящийся начинает ценить каждое мгновение своей жизни и, конечно, не откладывает на завтра, на послезавтра то, что он хочет сделать для спасения своей вечной души. Конечно, леность и расслабление может навязать человеку от плоти. Давай в следующий раз попостимся. Да, это все хорошо, это все понятно. Ну пусть это будет когда-нибудь, но не сейчас. Но память о том, что мы не вечны на этой земле, о том, что нам предстоит из этой жизни выйти вратами смерти и предстать пред Богом, она оживляет в человеке бдительность и осознание необходимости, что ради лености и плотиугодия не стоит пренебрегать днями святого поста. Різдвяний піст встановлено для того, щоб ми до Дня Різдва Христова очистили себе покаянням, молитвою і постом, щоб з чистим серцем та душею могли благоговійно зустріти Ісуса Христа, який з'явився у світ Божий, та крім звичайних дарунків, принести Йому наше чисте серце і бажання слідувати Його навчанню. Православний календар з 23 по 30 листопада. За церковним календарем у суботу 23 листопада церква вшановує пам'ять апостолів від 70 – Ераста, Олімпа, Родіона та інших. Поминання жертв Голодоморів.
24 листопада, неділя 23 після П'ятидесятниці, вшановують мученика Віктора і мученика Вікентія. У понеділок 25 листопада починається седмиця 24 після П'ятидесятниці. Згадують діяння святителя Іоанна Милостивого, патріарха Олександрійського, день ікони Божої Матері Милостива. 26-го у вівторок Свята Православна Церква вшановує пам'ять святителя Іоанна Златоуста, архієпископа Константинопольського, заговини на Різдвяний піст. 27-го у середу церква згадує апостола Филипа. 28-го листопада у четвер – день Куп'ятицької ікони Божої Матері, початок Різдвяного посту. 29-го листопада у п'ятницю церква згадує апостола і євангеліста Матфея. У суботу 30-го листопада Православна Церква вшановує пам'ять Григорія Чудотворця, єпископа Неокесарійського та преподобного Лазаря і іконописця.